Самое длительное в 21 веке полное затмение Луны можно было наблюдать этой ночью почти на всей территории Земли, в том числе и в России. Солнце, Земля и Луна выстроились в один ряд. Тень от нашей планеты полностью затмила видимую поверхность Луны. Атмосфера Земли лучше всего пропускает солнечные лучи красно-оранжевой части спектра, а потому в интернете полно фотографий кровавой Луны. Но еще Марс приблизился к Земле на минимальное расстояние и стал ярче Юпитера. Совпадение таких событий бывает один раз в 25 тысяч лет.